Театр для ахтубинцев словно пища для души. Именно поэтому каждую новую премьеру здесь ждут с нетерпением. Особенно, когда играют артисты Народного театра «Эксперимент». В выходной день настоящие ценители прекрасного собрались в районном доме культуры, чтобы окунуться в сказочную атмосферу новой постановки местного театрального коллектива. В первых рядах почетные гости, приезд которых связан с профессиональным праздником. В преддверии Дня местного самоуправления на театральную премьеру приехали главы поселений, работники сельских администраций и сотрудники районной структуры. С наступающим праздником представителей власти поздравил Алексей Кириллов. Глава Ахтубинского района пожелал виновникам торжества успехов в этом нелегком, но очень нужном для людей труде, а также вручил сотрудникам органов местного самоуправления грамоты от губернатора. Для Анны Крицкой, которая работает в этой сфере уже более 16 лет, эта награда особенная. Тем более, что в силу своей специальности она ежедневно поддерживает эту важную связь между властью и гражданами. Очень приятно и волнительно. Ну, я, конечно, хочу поблагодарить весь наш коллектив, что оценили мой труд и как бы направили характеристику на награждение почетной грамоты. Мне очень приятно. А вот подарком для всех зрителей стала премьера спектакля «Принцесса Турандот». Созданная по мотивам итальянского писателя Карла Гоцци, история о жестокой китайской властительнице была несколько видоизменена ахтубинским режиссером Натальей Андреевой. Посчитали нужным сделать именно наш регион в какие-то интересные моменты, чтобы как-то это все связать, чтобы... потому что Китай, Япония, да, это как бы все-таки далеко от нас, нам ближе наша Астрахань, наши лотосы, наш многонациональный район, поэтому было решено, что все-таки как-то это свяжем друг с другом. И стоит сказать, новая трактовка с отсылкой к местным достопримечательностям, людям, проблемам пришлась по нраву ахтубинским зрителям. Я такое получила удовольствие непередаваемое, так что я очень довольна, что сюда попала. В свою очередь артисты старались вдвойне, ведь премьера спектакля состоялась в день рождения режиссера Натальи Андреевой, и для нее постановка «Принцессы Турандот» была мечтой. Не всегда была возможность это сделать. Или где-то актеры могли не дотянуть, или я считала, что это рано еще для тех актеров, которые у меня есть. Поэтому со временем мы подходили и к Шекспиру в свое время подошли, и сейчас вот к «Принцессе Турандот», потому что это, в общем-то, сложно. Подарок для режиссера особенный еще и потому, что Наталья Андреева приняла решение уйти из театра, чтобы заниматься детьми и внуками. А как же теперь театр будет? Ну, я думаю, что обязательно найдется человек, который будет руководить театром. И я бы хотела, чтобы те актеры, которые сегодня работают, не покинули его Народный театр, а так и работали дальше. Я думаю, что он должен существовать. Светлана Андреева, Анатолий Калинкин, Сергей Вакула, Ахтубинск.